Так, всех приветствую. Так, кстати, пашнину я отложил. Такие куски мяса, пашнины. Я перекручу, сейчас приду, сейчас собак пойду выпущу. Им тоже варю лосятину. Тут легкая пашнина, всякие все дела. Темные, видите, какое все. Снимай на телефон, блин, мне не нравится здесь так камера, хотя у нее разрешение больше. А то зарядка очень слабая. Все, так что вот так вот. Так, а что я? Даже мне вскрыть. Вскрытие покажет. Тык. Сварю прям рисово-гречневую. Густая всю пачку. Обычно я половинку делю на эконом. Так добавляю частично рис, чтобы не совсем стул у них был твердый. Но учитывая, что они сидят на сыромятине еще, пока доедают они вкусняшки леса. Вот. С нашей последней охоты. Охота, наверное, в декабре уже как таковой уже загонный. Может будет, может не будет. Будет решаться вопрос. Вот, ставлю на минимум, пойду выпущу их. Так, что там? И поеду за трактором. Трактор сделали, позвонили поздно, вчера без 26, а они до 6 работают. Так, просторы. Камера очень плохо ловит, не нравится мне эта камера. На улице должно быть нормально. О, более-менее. Капель идет, снег садится. Он почистил уже доски, видать. Что, ждете? Ждут, конечно. Снимаю для тех, кто чьи собаки сидят у меня сейчас уже в будущем. Хозяева смотрят и по Волчану, и по Райде. Райда едет у нас в Мурманск 11-12-го. Этот Ярд едет в Воронежскую область 15-го, после 15-го. Волчан едет после 13-го. 12-го числа день рождения у хозяина Волчана. 13-го он выйдет, 14-го будет здесь. Короче, в эти числа они все разъедутся. Ну, а Чеза под вопросом. Ищу. Много звонят, но подбираю самые лучшие руки, где она будет охотиться и работать. Вот. Так что вот так вот. Просто так я ее на произвол судьбы не отдам. Так что дебилов прошу успокоиться и сидеть ровно на жопе. Хер вам с морковкой. Это вам не хер молоть. Да, не хер молоть. Не хер, а хрен, ёпростый. Да иду. Это мы так в Карелии, это, когда крутили лосятину, оленятину, и стол весь шатался. И, ну, когда крутили мясорубкой ручной, и то весь там ходуном. А Таня говорит, да, это вот ни хрен молоть. Когда хрен, наверное, перемалываешь, там вообще все развалиться может. Упор сильный делаешь. Хватит орать, ну что? В чем дело? Ну-ка тихо, я сказал, вы на место все сели. Одна райда. Крикуны. Иди. Сейчас дела доделаем. Хватит. Я убираться сейчас буду у них. С криком. Что такое? Иди. Кабану к своему. Кабан его и все. Да, да, сейчас они распределятся. Иди, тягай свои шкуры. Что? Иди. О, быстрее, не успеет. О, все, подлетело, все, о, пошла. Тебе ворнул одну, вторую сейчас. Волчан так с кабаном, уже весь чистый. Чеза! Сейчас на место у меня пойдешь!
Только тронь щенка. Приговорю сразу. На. На. Единоличники. Не дают тебе с кабаном, да, до конца волчан. Кабан ему и все. Все, кучу, в кучу собрала шкуру чеза. Все, тягают. Эти занимаются своими щенками. Яр-то, блин, со шкуркой. Злата! Злата! Ты что делаешь? А, не твой щенок. Дать люля и отнять. Какая противная. Ради принципа только сделать. Ну-ка ушли оттуда. Ушли оттуда, сказал. Злата. На шкурку твою. Не достаю. Обкопал, он все равно сел. До деревьев, главное, чтобы не доставали. Знаете, проваливается. Но все равно еще обкапывать надо. Садится снег сам по себе. Все. Злата! Ушла оттуда! Под этим домом этот, под листами. Злата! А, она вон уже. А где же тогда белка? Обкапывал по кругу, они чтобы мне яблони с вишнями не это не задербанили. Ага, полай заранее. А это все скомкало в одну кучу. И все, и довольная. Такой момент наш жизненный. Да? Райда? Райда. Не хочет ты никак подходить. Вот в Мурманске будет. Под страхом волков. Там волков, я знаю, много. Очень волка много. В сторону. Через Карелию проедет. Во, Ярта. Люля не отдает. Сейчас подерутся. Нет. Тяжело, тяжело. Проваливаются лапы. Вроде твердо, а нифига. Каюр, не трогай. Ради бога. О, дерутся. Яр-то не отдает. Ербанит. А я же ух тебе райда давал вчера. С мясом. Отрезан так хорошо было. Правильно, лай на нее райда. А, вот, все-таки белка вышла. Я же говорю, кто-то там есть белый был. В домике. Сейчас подерутся. Ага, рычат, рычат. Ну, все зашуршали. Ей надо отнять. Бел, тебе что-то надо около этого куста, господи. Запахи они нюхают. Что там делаете под этим? Небось, земля там. Что тут делаете? Трава? Ладно, сейчас я трактор заберу. Ну и все, порадует вас щенки. Я пофоткаю еще. Ярта. Ярта. А это боль такая. Хоть кто-то подходит ко мне. А? И газа. О, там змей забрал все. Да, забрала у тебя. О, какая. Вот развивается. 8 килограмм и 7 килограмм. Все, райда, не отдам, да?
Не отдам. Ярта, давай догонять, отнимай. Надо вам резануть, будет еще шкурок. Понесла куда-то на ту кучу снега. Морды. Ну что ты, резануть тебе, да? Там сильно воняет-то. В салоне-то. Нет, уже не пахнет ничего. Ну пусть постоит открыто. Я хоть на крышу-то гляну. Ну отлично. Бойся, ося, ты меня не бойся. Сейчас отрежу вам еще. Волчан, смотри, шкуру отнимут. Старайся, 25 килограмм, 200. Где у нас мясо побольше? Порычи, порычи мне. Что? Не обрежься. Ярта. Сейчас, ярта, сейчас. Ярта. Отойдите от шибанутой. Ярта. Иди к своей шкуре. Ярта. На. Уйди. Уйди к себе. Ярта. На. Куда, блядь? Куда? Ушел к себе. Ушел конь. Уйди. Я тебе... Ушел. Ушел. Злата. Пусть занимается. Только отнять у щенков что-нибудь. Сейчас я вам порежу, будет тягать. Каждому вольер брошу. Пусть тягает. Чистит кишечник шерстью. Вот такие дела на понедельник. Каюрчик тягает. Да, мотобуксировщику там надо будет отрегулировать карбюратор, целку снять, будет развивать обороты. Но я пока на целке буду ездить, чтобы ограничение было в этом, в оборотах. Пусть обкатывается. Эту зиму чуть покатаю, по возможности, по времени. А там дальше уже можно будет отрегулировать, чтобы он давал полный. Алис капут давал. Слад так интересно на горке сидит, съезжает жопой. Нравится им возвышенности. Ну и чё тут? Семейство Адамс. А? Сиди. Злата, сидеть. Злата, сиди. Злата. Ты красивая? Райда. Молчан стал лося тягать. Подостыло чуть, все успокоилось. Дух ушел. Вот своим, своей разрешает, а у чужой отнимает. Какой принцип у нее стал на втором помете за 6 лет. Мармунчанка. Где твоя тачанка? 11-12 поедет. Переноска завтра придет. Влезешь ты в нее. Так. Не у Пронькиных. И на горочку к себе вложу.
Ага, учит, учит. Это кабанчик. Слушай, вы его так разделали, что это? Она наглая, вот эта вот. Ей пофигу, что рык, не рык. С характером. Со смелостью. Принесла в логово. Белка в машину прыгнула. Так. Кабана. Прививки сделаю вам. Все привитые поедете. Кто в Воронеж, кто в Мурманск. О, по всей России соловьевские лайки будут. Батята, злотята. Злотята, батята. Хорошие пометы. Раду. Раду обещали мне. Юра обещал снять, не знаю. Неугомонная шила в жопе. О, о, тягает. Волчинидзе. О, 25-200. Дураки на месте. Чувашская отродья. Кабанья. Смена хозяина может повлиять на его психику. Он будет, может быть, совсем другой. Повзрослеет сразу. Дурь этого уйдет. Детский сад. Вот. Но пока еще присутствие щенячества есть. Поэтому никто это не отменял. Пускай. Да, Каю? Я варю кашу. Варю, варю. Сейчас у них подносы заберу, пойду. Дома мне нравится набирать, наводить им рыбий жир, фитокальцевит. Ну что ты, я иду, ты уходишь. Я тебя ловить не буду, никуда мы не поедем. Да, тебя погладить. Давайте поглажу. Молодец. Зад. Аккуратно. Зад. Куницу-то возьмем в этом году-то. У нас две лицензии еще. А? Да, с бобрами не знаю, как еще. Еще есть пару лицензий. Бобров и переели. Те, которые были добыты. А две еще есть. Капкани только. Вон, отминздрили. Смотрите, как отминздрили. Кабана остался пшик. Каюр что-то оторвал там. Лежу с какой-то шкурой. Сейчас я им порежу. А, лосятину я резал. Да, это кабан. О, снег съезжает. Ладно, все, смотрите, чьи у кого какие собаки у меня сейчас. Вот. За своими питомцами буду вас каждый день вам показывать вот этих чудо-юдо рыбакит. Брык. Что все на месте. Прививки сделаны. Никаких переболеваний. Перенос какой-нибудь неприятности нету у нас по прививкам. Лайк это редкость. Вообще такого не бывает. Такая порода выносливая. Сделана она специально. Неприхотливая, выносливая. По много дней не есть. Любые погодные условия. И поэтому заживает как на собаке. Но болячки иногда случаются. Какие-нибудь, как у белки, у отит был ухо. Еще что-то. У Ады был этот. Ой, не экзема, а как она. Раздражение. Лысело пятном. Тоже лечили. Забыл, как же она, не экзема. Или экзема. Раз в год, в августе, в сентябре у нее пятно было на боку. Да. Я правду говорю, да, Бел? Да, сейчас он каюр успокоился, отдельно грызет. Сейчас я им порежу. Пусть успокоится. Уши стоят. Ох, как... Да, да, уши будут высокие. Сейчас голова будет маленькая, такая страшная будет. Локаторы. Они сейчас из маленьких превращаются сейчас в маленьких уродцев. Будут превращаться. Расти будет все неровно. Конечности вытянутся. Тело маленькое, голова маленькая. Лапы длинные, уши высокие.
потом тело начнет расти, потом сам последний растет у лайки голова. Ну, и потом уши становятся маленькие. А сначала сейчас маленькие, значит, красивые, подростковые страшные. И потом уже полтора года созревание щенков лайки и всех пород идет с 7 месяцев, половое созревание. Вязать собак после 2 лет при наличии ВПКОСа, желательно, если племенная работа. Вот. И подбирать, конечно, себе пару правильную, и все будет хорошо. Вот. Будут хорошие собаки. Кладбищенские. Там морг, тут кладбище. Ну, каждый год такая фигня. А те вон там, в логове у себя, райду охраняет. Вот такие дела. Так что будут вопросы, все мы на связи. Спрашивайте, не стесняйтесь. Это я говорю будущим владельцам лайк. Ну, а по охоте учить — это лишнее. Каждый сам сусам. Все умеют, все понимают. А по племенной, по генетике мы всегда подскажем. А охота у каждого своя, да? Да. Ну все, всем пока.